исполняется ровно год с того самого дня, как каждый уважающий себя одесский тусовщик празднует свой день рождения дважды в год. Первый, естественно, свой, ну а второй – министериума. Мы с вами любезно приглашены на это празднование. Поехали посмотрим. Помните ту самую первую ночь, когда первый раз попали в министериум? Да, помню. Какие были ощущения? Что подумали в этот момент? Красивый клуб, красивый интерьер, красивые люди. Прошел год с момента открытия. Как думаете, что-то изменилось? Все идет только к лучшему. День рождения принято вспоминать то, с чего все начиналось. Ровно год назад киевская сеть Dogma Club привнесла в наш с вами любимый город Одессу символ роскоши и ночной жизни – министериум. Что делает день рождения по-настоящему праздничным событием? Я думаю, атмосфера и люди. День рождения – это обязательно самые близкие, самые родные друзья, которые обязательно приедут, несмотря на то, что они, допустим, хоть в другом городе, в другой стране приедут, поздравят. Не обязательно никакие подарки, а главное, вот, чтобы близкие были в этот день, самые близкие друзья рядом. Паша Козлов, группа Radio Rocks, DJ Love и британская вокалистка Шена. И, конечно, тортик на сладкое. Все это министерский размах в праздновании дня рождения. Как думаешь, в чем секрет популярности этого заведения? Я думаю, секрет в атмосфере, в обслуживании, в персонале, естественно, в интерьере. Также здесь очень качественный свет, звук и, естественно, хорошие довольно-таки программы. Представьте, что вы можете подарить министериуму абсолютно все, что угодно. Что бы вы подарили? Я подарила огромный колоссальный успех. Как думаете, залог успешного правильного клуба в чем? Ну, в интересной атмосфере, наверное. Здесь абсолютно все кричит о статусности. Звезды с мировым именем, шикарный, респектабельный интерьер. Но все это ни в коем случае не сковывает атмосферу, а наоборот, заставляет расправить плечи. Что бы вы подарили министериуму? То, что он бы остался самым лучшим заведением Одессы на долгие-долгие годы. Министериум прогрессирует, это очень радует. Атмосфера сегодняшнего заведения. Some people dancing, some people sitting down, some people just watching. You know, that's just normal. I get used to it. As long as people look like they're having a nice time, then I'm happy. Что вы больше любите, дарить подарки или получать? I know this sounds kind of strange, but I like to give because I've got most of the things I want. And there's a special kind of feeling that you get when you give something to people. Particularly like charities or things like that. You know, I've also got a 6-year-old son. So he loves presents. Могу вам открыть занавесу, кулисы, то, что будет происходить на следующих выходных. В пятницу мы ждем официального диджея телеканала Fashion TV, диджея Miss FTV, с ее замечательным гаджетом, с которым она работает. А в субботу у нас первая украинская девушка-диджей, которая играет на лазерной арфе. То есть очень интересное шоу, приходите, не пожалеете. Через неделю, в пятницу, у нас официальная вечеринка телеканала М1 со съемками, с участием ведущих и видеосет от ведущего М1 Дмитрия Обрезяна. И в субботу будет тоже очень интересное мероприятие. Будет выступать, не побоюсь этого слова, человек-труба, выдающийся диджей Гордон Эйдж, резидент клуба Бора Бора Ибица. Это действительно будет
хороший привоз, так что не пропустите. Несколько слов пожеланий министериум. Оставайся таким же прекрасным, замечательным и самым любимым, каким ты есть сейчас. Данный клуб создает самые позитивные эмоции, самые яркие впечатления. И я думаю, что так как зажигает Одесса в министериуме, не зажигает больше ни в одном городе мира. С днем рождения, министериум! День рождения, министериум! С днем рождения, министериум! Друзья могут превратить обычную ночь в праздничную, и только министериум может превратить праздник в настоящее незабываемое торжество. До новых встреч в самом атмосферном министерстве отдыха. С вами был проект «Министериум Найтс» на Одесса Fashion Channel. Пока!